Всем здорова, с вами Найт, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Puppet Show. Я не знаю, хоррор это или не хоррор, но на скриншотах там были какие-то жуткие куклы. Вот тут у нас не сидит, не пойми что. То ли медведь, то ли свинья, то ли вообще хрен пойми какая ягоза. Так что нажимаем play, и нам тут говорят то, что вы что-то, то-то можете, вы можете ETC, правила... И идите, что там еще правил. Так, нажмите любую кнопку, чтобы продолжить. Хорошо. Не обращай внимания, если я буду сейчас заговариваться, заикаться, потому что я сейчас сижу утром, я еще не ложился спать, и нам, видимо, от кровати надо куда-то дойти. Куда-то, видим, блять. Хера себе, змей, блин, прополз. Это Василиск, что ли, из Гарри Поттера? Чё-то он маленько исхудал, к бабушке, что ли, в деревню ехал. Такс, меня хотят поймать, окей. Под кроватью какие-то тентакли хотят меня поймать. Так, мы, видимо, дошли сейчас до... Я не знаю, что это такое, это туалет. А, это туалет, да. Это туалет, такс. А это что? Оу. Так, а это? Ага. А, вот я как раз про эту куклу говорил, то, что какая-то жуткая кукла там сидела, а. Вот ты что такой? Ты что за глист-то такой, а? Блин, какой же ты все-таки уродливый глист. Ты не охерел мне? Я хочу мишку взять. Вот это я понимаю, борзый глист. Вот это я понимаю. Puppet Show, блин, называется, а. Я хочу взять мишку, меня просто глист пинает. Разве где-то такое видано, чтобы глист пинал? Так, стоп, а это что? У нас тут какая-то рука. У нас тут какие-то... А это что у нас, мелки? Окей. Ладушки, так, что это у нас такое? Пока ни хрена. Стоп, у нас там... А у нас там на туалете кто-то сидит или что? Так, стоп, это... Это ничего у нас не делает. Так, а вот это что у нас делает? Нет, тоже ничего. Блин, я боюсь то, что сейчас, может быть, какая-то срань на меня побежит. Да не, никто не бежит-то. Никто ничего не делает, никто ничто не бежит. Ладно, пошли тогда к туалету. Да, да, тут у нас какой-то гомункул висит, я не знаю. Зачем он висит, почему он висит, но... Кстати, мы это не можем теперь уже подвинуть. Подвинуть не можем. Так, а что если... Что, если мы сейчас кое-что сделаем? Подожди. Подожди, это не зря, это не зря. Да-да-да-да-да, это не зря. Это не зря. Так, два... Ой, все в ту сторону, один в эту. И оба. Какой-то звук произошел. Нихера себе, тут рука вылезла. Нифига себе рука. То есть мы взяли, сперли у кого-то руку. Блин, если это даже что-то и хоррорное, то это больше на трэш какой-то походит. Глист, который меня пинает, не дает мне взять мишку моего. Я вырастил руку с помощью рычагов. И давай, вот глист, только попробуй меня сейчас пни. Вот только попробуй. Вот, вот, а теперь ты будешь меня... Глист меня опять пинает, а? Какой нехороший глист, почему он меня опять пинает? Так, стоп, а мы можем вот это вот поднапнуть? Нет. Нет, поднапнуть мы это не можем, ладно. Так, стоп, а это... Ага. Ага. Какая-то лесенка откуда-то появилась. Стоп, и... Котя, а зачем ты за это зубами держишься? Не, я, конечно, все понимаю, то, что коты могут всякую хуйню творить, но... Чё-то мне это не нравится. Чё-то мне это не нравится, и... Нихера себе мы как подпрыгиваем! А не знаю, мы не за одного ли из таких монстров играем? Просто отключили гравитацию и прыгаем, прыгаем, прыгаем. Ну, глист там все время сидит уже. Да, глист там все время уже сидит и... так, тут у нас дощечка. Там у нас... Там у нас хер пойми что. Ладно. Так, find чего? Чего, блядь? Ты кто такое? Ты кто-то... Стоп, а там что, ворота? То есть тебя надо загнать, чтобы ты в ворота бахнула? Да? Да? Да хватит меня плеваться-то, а? Хватит плеваться. То глист меня пинает, то какая-то кутерьма меня пинает. Вы можете хоть что-то нормально мне сказать? А что мне тут делать-то? Ох, твою-то...
Ах, твою там... Нифига себе. Стоп. Подожди. А какого фига? Стоп. Я что-то не понял. А почему? А почему тут стенка сломалась? Эй! Эй! Меня что, за текстуру, что ли, закинули? Эй, ау! Выпустите меня отсюда! Как вспоминается один чувак, который кричал, впустите меня! Я хочу, чтобы меня выпустили отсюда. Это что это такое? Почему я за текстурами-то, а? Так, давай, давай, может быть, мячик взять? Нет. Почему вот эта херня сюда не залетает? Я думал, то, что тут она стенку выбила. Хорошо, может быть, сюда? Давай, сюда поднапни. Во, как хорошо! Как хорошечненько. Так, а это что? А, как говорится, я лучше это закрою, потому что мало ли. Как бы у них там все хэппи-эндово сложилось. Как бы да, хэппи-эндово. Стоп, а что, блин? А как мне отсюда выбраться? Я сюда так и должен был попасть или что? Окей, может быть мне на шарик надо? Давай шарик сюда еще один. Шарики сюда пускай. Я понял, как мне отсюда выбраться. Как мне выбраться, не перезапуская игры? Но от такого мульта я немного перефигел. Так. Нифига себе, мы выбрались отсюда. Во, респект, респектос тебе. Где ты? Где ты, хуйня такая? Во, респектос, у нее уже эпилепсия началась, пока она нас ждала. Давай, побежали, побежали. Мы на свет сейчас побежали. Я уже не знаю, сколько я времени там сидел, чтобы дождаться, пока меня эта херь поднапнет. Я, кстати, не знаю, а что мне тут делать-то надо? Типа... А, какая-то херня еще это и управляет. Стоп, подожди. А что если? А что если? Оба! Или мне не надо их ловить? Или мне не надо их ловить? Но я лучше туда не буду подходить, пока за мной эта херня летает, потому что это чревато вылетом за текстуры. И хоть мы за текстурами там нашли мячик... Ой, точнее, не мячик, а мультик. Но мне туда вылетать все-таки не хочется. И я не знаю, эта херня за мной сейчас полетит или нет. Потому что если эта херня сейчас полетит за мной... Стоп. Если эта херня сейчас полетит за мной, то... Да-да-да-да-да, она за мной летит. То, блин, можно ли тебя попросить об одном «но»? Можешь пнуть вот того глиста, а? Вот просто его пнуть немножечко. Немножечко, прям совсем легонечко. Ты где? А, вот, ты тут еще летаешь. Стоп, а в смысле? А в смысле я не могу выйти-то? Ты меня что, опять за текстуры затолкала, а? Ну не надо, ну так дела не делаются, а? Так дела не делаются. Я просто серьезно не понимаю, что мне тут еще делать-то, а? Рычажки дергать? Пойдем сходим еще раз к тому глисту. Давай. Давай, поднапни-ка меня чуть-чуть. Во! Во-во-во. А, ну все, мы насовсем упали за текстуры. Я думаю, то, что на такой прекрасной ноте можно заканчивать с данной игрой, да? Да, как говорится... А, за нами пытается еще эта херня лететь. Да, как говорится... Как говорится, она как Карлсон. Все время нас хочет сопроводить. Что ж, я думаю, то, что на этом мы закончим с этой игрой. Вот такая вот трэшовая, боговая, не хоррорная, а именно ржачная игра сегодня была. Так что на этом все. С вами был Настя. Если вам понравилось данное видео, вы хотите больше видеороликов по данным играм, по трэшовым, я имею в виду, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями. И всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока.